Дзень дзяржаўнага герба і сцяга адзначылі ў нашай краіне. У Гродні урачыстае мерапрыемства «Мітынг» прайшло ў знакавым месцы каля мемарыяльнага ансамбля «Воінам-памежнікам». Установленное свято указом президента Республики Беларусь у 1995 году и отзначается у кожную другую неделю мая. Державные символы герб и стяг объединяют беларусов у наиважнейшие моменты у лёсе айчыны. Заўсёды нагадывают нам про родный дом, дают магчымасць адчуць, что Беларусь – это усе мы разом. Дзяржаўный стяг, герб и гімн адлюстроўваюць гістарычныя, духовные и моральные якости нации, асаблівасці культуры и светапогляду беларускага народа, его імкнення до самовызначения и самостойного развития. Сегодня мы живем в своей свободной, независимой стране, Республике Беларусь. И сегодняшний праздник, по сути дела, это тоже праздник независимости. Наш президент очень много и часто подчеркивает и обращает наше внимание на то, что обретение, защита, сохранение независимости политической и экономической – это одно из самых главных достижений нашей страны.